Понижение давления в газовых трубах никак не может быть связано с поставками голубого топлива в область. В этом плане все в порядке. Южный Казахстан получает природный газ в полном объеме с учетом повышения объемов потребления. Такое заявление сделало сегодня руководство южно-казахстанского производственного филиала АО «Кастрансгаз Аймак». Возникают вопросы нехватки давления. Это микрорайон Пахтакор, микрорайон Ақжайык, микрорайон Отырар, Верхний Отырар. В этих районах газопровод, то есть ШРП и газопроводы построены за счет потребителей самих нарушением гидравлического расчета. То есть потребители, ну, какие диаметры трубы нашли, для себя тянули, а потом на эти газопроводы были подключены дополнительные оборудования, дополнительные абоненты, что и не позволяет пропуск газа. Серьезные проблемы испытывают и жители многоэтажек. Там главная причина в дополнительном газовом оборудовании, которое установили жители, говорят газовики. Многоэтажные дома тоже сейчас ощущают нехватки давления в связи с похолоданием, потому что абонентами нарушены всякие дополнительные установки газопотребляющих оборудований. Например, многоэтажные квартиры не рассчитаны установки проточного водонагревателя, где много установили самостоятельные проточные, то есть автономные котельные. Диаметры трубы не способен пропустить такое объема газа именно в пиковые моменты, вечерние моменты. Абоненты жалуются, что не могут на пищеприготовление получить и так далее. Впрочем, самая большая проблема заключается в том, что из-за неправильно установленного оборудования участилось количество несчастных случаев. Так, с начала года в результате отравления угарным газом погибли 28 человек, 9 из них – дети.